Всем доброго утра. Наш рабочий день сегодня начинается с поездки в Лазаревское. Еще у нас будет встреча в Дагомысе по поводу ремонта квартир. И мы подъехали загружать нашу пчелку. Вот, поедем, поговорим на очень интересные темы. Вот, хорошая, ясная погода. Жаркая, я бы сказал, ребят. Уже с утра показывает 27 градусов. Я думаю, что будет у нас до 35 сегодня. Сетку, подложку, бетоноконтакт, теплый пол, электрика. В общем, все здесь затариваемся, потому что там, ребят, дороже намного. Раз в неделю мы все-таки будем ездить и возить товар. Ребят, очень часто нас спрашивают, а сколько же стоит именно работа? Вот мы говорим, допустим, там 12, 13, 14 тысяч черновой ремонт. Ну, например, с теплым полом, да? И говорят, а вот скажите, сколько работы там я сам куплю, к примеру, материалы черновые, вы мне скажите работу. Но мы так не работаем. Почему? Потому что мы делаем для наших клиентов, наоборот, самые лучшие условия. В чем они заключаются? В том, что на черновые материалы у нас не только оптовые цены, у нас мега-оптовые. Почему? Я вам объясню. Если какие-то бригады, допустим, они имеют какую-то скидочную маленькую карту, там, да, там 5%, еще что-то, да, на какие-то там, может, материалы, то мы закупаем сразу с нашим партнером 1000 блоков, к примеру, да, то есть большое количество труб по водопроводу, теплого пола, например. То есть мы оплачиваем сразу большие, у нас, то есть, вложенные в оборот именно денежные средства по материалу. Поэтому, как бы, вы сами за такую цену, как бы, у вас вы не вложитесь. Плюс работы и так далее, ну, не получится. За счет этого и получается, что многие наши, ну, так сказать, конкуренты отличаются. То есть, если вы наймете какую-то бригаду отдельно, да, и они, допустим, вам скажут, что, блин, мы там уложимся и так далее, неизвестно, сколько там выйдет на вашу квартиру мешков, допустим, штукатурки, да, у нас это все включено, без разницы. То есть мы понимаем, что, допустим, там бетонная стена может положена кривее, чем, допустим, там блочная стена. Поэтому где-то больше, где-то меньше уходит материала. Вот. Но с тем моментом, что мы уже оплатили, допустим, там 1000-2000 блоков, 1000, допустим, там мешков смеси и так далее, то есть, соответственно, у нас есть запас, где, так сказать, сделать какой-то баланс. Поэтому самостоятельно вам будет это накладнее. Причем у нас 80%, ребят, 80% ремонт, особенно чернового, происходит дистанционно. То есть ваше присутствие здесь не обязательно. Мы всегда сможем с управляющей компанией найти язык, получить ваши ключи, если они вы еще их не получили. То есть нам люди высылают доверенность, да, для того, чтобы получить и в том числе даже подписать акт приема и передачи квартиры. Вот, например, в Адлере недавно у нас появилось две квартиры, которые мы дистанционно приняли по акту передачи приема квартиры. То есть выслали рукописную доверенность, здесь мы ее распечатали и с управляющей компанией решили и взяли все необходимые документы. То есть то ли вам нужно будет приезжать сюда, тратить на это время, то ли мы эту заботу берем на себя. Поэтому если вы все-таки хотите, чтобы у вас на ремонт не уходило много денег, тогда связывайтесь с нами, мы вам поможем. Вот. И обязательно подпишитесь на канал Мастер Хаус, потому что там мы публикуем разного вида видео на тех квартирах, где, допустим, я не могу присутствовать, да, где присутствует прораб. Едем с вами в Лазаревское. Видите, мы еще не доехали до Дагомыса. Здесь жесточайшая пробка. Вот. Часа два, наверное, нам ехать еще. И там мы покажем три квартиры, в которых мы делаем ремонт. Плюс еще везем туда материал. Ну, наконец-то мы приехали в семейный. Сейчас занесем в одну из квартир теплый пол, где уже фактически подходит к концу черновой ремонт. Проверим, посмотрим, оцените,
Поэтому оставайтесь на канале. Квартира на 4-м этаже, вот в этом корпусе. Так, квартира 23 квадратных метра. Зашли в квартиру. Стены отштукатурены, электрика сделана. Здесь ванная комната. Разводка сантехническая тоже уже сделана. Здесь цементная получается штукатурка, это гипсовая. Здесь заштукатурили стены и будут проводить электрику. Далее проходим сюда. И здесь есть вот такая вот кухня. От газового котла сейчас будет еще монтировать теплый пол. Вот такой. Вот он, черновой ремонт, что сюда входит. Значит, перегородки, которые необходимы, электрика, штукатурка, стяжка пола. Электрика, естественно, все в гофре, по потолку, сантехническая разводка, которую вы видели, тоже будет входить в черновой ремонт, канализационная. Пойдем сейчас следующую квартиру смотреть. И еще одна квартира у нас дистанционно сделали договор. Вот, получили ключ, тоже зайдем, посмотрим, где она в соседнем корпусе. Смотрите, какая здесь площадка спортивная. Там реально футбольное поле, да? А здесь спортивные снаряды и баскетбольная площадка. Вот что мне нравится в семейном. Максимальное количество для парковочных мест и максимальное количество для уголков детских. То есть не надо куда-то далеко идти. Вот есть одна, есть вторая. И везде вот так вот есть локально какой-то кусочек земли, который не просто под парковку именно отдали, а именно детской игровой зоны. Хотя над парковочной зоной, да, которая получается как подземный паркинг, огромная территория, я считаю, для такого комплекса это просто шикарно. 35. Так, смотрите, на 4-м этаже 35 квадратных метров. Вот, сегодня уже утвердили окончательный план перегородок и уже приступят к возведению выделения санузла, естественно, в этой стороне. Здесь будет гардеробная, спальная комната и кухня, либо кухня-гостиная, сейчас определяться. Вот, бетоноконтактом все ребята обрабатывают, выставляют уже маяки. Вот, и приступят уже к штукатурке. Работы ведутся. У нас 4 пока квартиры здесь, 5-я на подходе. Вот, ну, если у вас есть квартиры в семейном, то пожалуйста. Наш прораб сможет вам сделать необходимые замеры, сделать правильную планировку на компьютере, на программе, чтобы наилучшим способом правильно распланировать эту площадь, какая бы она ни была. В любом случае, мы будем показывать раз в неделю, приезжать сюда, какие здесь этапы работы уже проходят. Вот, поэтому следите за каналом нашим и каналом Master House. Сейчас идем в следующую. Так, вот в соседнем подъезде, тоже на 4-м этаже, новая квартира, которую буквально вчера мы согласовали договор дистанционно, выслали доверенность для получения ключей, и мы сейчас пойдем посмотрим, что за планировка. Точно такая же, как первая квартира, которую мы делали сейчас черновой ремонт. Вот обратите внимание, 21,7 квадратных метра. Без перегородок. Вот в таком состоянии сдаются квартиры. Вот, просили уточнить, посмотреть, нет ли здесь никаких пятен, косяков и так далее. То есть, в принципе, все здесь хорошо. Ничего не торчит, ничего не отваливается. Все в хорошем, нормальном черновом таком состоянии. Газовый котел стоит на месте. Вот здесь будем делать черновой ремонт. По поводу пола, то есть это если мы делаем теплый пол от газового котла, тогда стоимость 14 тысяч с материалами, которые вот вы видели, полностью черновой ремонт. С доставкой, с разгрузкой, в общем, с уборкой
мусора и всего остального. Но некоторые отказываются от газового котла, как в данном случае, теплый пол делать мы не будем. Здесь хотят электрический теплый пол делать. Тоже есть такой балкон, кстати, нормальный балкончик. И вид, видите, в противоположную сторону мы здесь еще не смотрели. Так, следующая будет на 5-м этаже квартира. Тоже дистанционно сделали договор. Основной материал сейчас пойдет тоже туда. Сформируем сегодня уже заказ по материалу. И прям в ближайшее завтра, там послезавтра уже будет завоз материалов. Вот такая интересная планировка. Санузел, кстати, будет с окошком. Смотрите, какая прелесть, да? И вот такие вот окна, да? Пол, это получается как лоджия. Ну и здесь вот кухня. То есть, ну, полторашка, да? Кухня-гостиная и спальная комната. Так что большие планировки тоже будем делать. Посмотрите на канале, если у вас есть подобная планировка, можете уже обращаться. Вид здесь вот такой. И еще одна маленькая будет, после 22 числа приедет клиентка, она уже сделала с нами договор. Вот, приезжает, мы тоже здесь будем присутствовать раз в неделю, мы сюда будем ездить, так что можете обращаться по ремонту. Обязательно заранее только предупредите о том, что вы планируете именно приехать под это число. Возможно, составим договор уже дистанционно, подготовим и встретимся, обсудим с вами планировку квартиры и весь ремонт. Так, ребят, по поводу стоимости квартир от инвесторов вам уже знакомо. И меня попросили здесь, в этом корпусе, снять для вас квартиру с ремонтом. Готовую, под ключ, то есть люди продают. Имейте в виду, можно даже в ипотеку взять. Вам же хочется какие-то интересные варианты, чтобы я показывал. Вот в Лазаревском, именно в ЖК семейном, есть предложение. Если у вас есть у инвесторов здесь предложение, тоже можете озвучить. Я с удовольствием, когда буду сюда приезжать, буду показывать какие-то из вариантов. Так, ребят, квартира-студия, 25 квадратных метров. Двери здесь хорошие, они в едином стиле. Смотрите, здесь большая такая вот гардеробная прихожая. Обои на потолке, получается, натяжной матовый белый цвет. Потолка, керамогранит на полу, подогрева нет, установили здесь батарею. С правой стороны полноценная ванная комната, то есть вы видите ванну, плитка, ну, все аккуратненько, чистенько, нормально. Полотенцесушитель от газового котла. Так, ну и сюда заходим, здесь пока нету мебели кухонной, поэтому здесь расположилось время на кровать. То есть вы видите здесь газовый котел, то есть нужно будет еще кухонный гарнитур сюда поставить, и можно даже как-то его зонировать, да, то есть утопить его в гарнитур. Тоже здесь все обои, тут место под телевизор, розеточки, все как положено. Также есть здесь вот такой балкон. Цена 25 квадратов 6 700 000 рублей. Можете обращаться. Ипотека тоже здесь проходит. Ну что, ребят, как вам квартира? Вы знаете, я посмотрел сейчас, сколько стоят квартиры. 270 тысяч черновые квартиры. Вот такой маленькой площади. И это еще пока не в сданном корпусе, да? То есть есть корпуса, которые сейчас будут сдаваться. Поэтому с ремонтом за те же самые деньги, если вам понравился комплекс, ну, я думаю, что это неплохое предложение. Но вы напишите в комментариях. Сейчас мы уже двигаемся обратно в город Сочи. Вот, оставайтесь с нами на канале. Так, приехали мы на Яна Фабрициус. Сейчас я вам покажу рынок. Мне все спрашивали, вот оптовый рынок. По каким ценам тут чего продается. Ну, что-нибудь получится, снимем сейчас. Вот внизу там в розницу торгуют. Здесь вот оптом можно взять, что-нибудь вкусненькое. Вот, например, сливы, черешня. Почем слива? Сливают ящики. А? Сколько ящиков? Ну, ящики, я понял.
сколько? Черешня вот такая. Черешня почем это? Нормально отдавать дачу, а не так специально. Дорогая, нет, я отписываю. Короче, занят он. 70, 60, 50. Яблочки. Это вишня уже. Вишня. Вишня. О, вот такие абрикосики классные. Малина. Это еще. Перец, огурцы. Так, что здесь еще? Почем эти? Нектарин ящиком 180. 180 килограмм. Попробуй мед. Я знаю, что они вкусные. Это черешня, да? Да. Почем? По 200. Ага. Хороший, и это такие же, да? Да. Одинаковые все, да? Абрикосы? Давай, 170. 170 ящик тоже, да? Давай. Дыня. Так, что тут? Кукуруза, вишня. Вот цены. Это все ящиками, да? Вкусные, 160. Крымские. Крымские вообще пахнут. Ну, почти пахнут. Малина, малина. Кукуруза, черешня. Почем черешня? 150. Ящик, да? Не, розница. А, розница даже, да? 130. Ящик 130. Угу. А это крупная, да, уже? Да. А крупная почем? А? Крупная почем? 250. 250. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну, в общем, как-то так. Как-то так, ребят. И арбузы пошли. Дыня, арбуз. Так, ну что, мы уже в Адлере, на Гастелло. Проезжаем жилой комплекс Адлер. Сейчас ставим машину и идем уже домой, потому что рабочий день у нас закончен. Ребят, звоните по поводу квартир, по поводу ремонта, по поводу мебели, которую делает Паша. Ее уже можно, кстати, посмотреть в нашем новом офисе, как он ее сделал. Вот, он еще там доделает кое-что в виде шкафа, тумбочки и так далее. Все это вы увидите. Подписывайтесь на канал. Лайк или дизлайк поставьте, пожалуйста, на нашей сегодняшней работе. Вот. Если вам понравилась квартира, которая сегодня была по цене черновой, в Лазаревском тоже звоните. Все, хорошего вам настроения, пока.